Всем привет, в эфире Подстава, и сегодня к нам попало видео, которое преисполнено снегом. На этом видео парень кидает в людей снежки, вернее он делает вид, что кидает снежки, пытаясь напугать их. На самом деле он бросает воздушный надутый шарик. Люди шарахаются, но когда видят, что это был воздушный шар, становятся довольными, веселыми, улыбаются и радуются жизни. Посмотрим, будут ли наши соотечественники реагировать именно так. Поехали. Ну что, сыграем в снежки? Это шутка, это воздушный шарик, вы что? Больной? А я думал, что у нас будет другая реакция. Я такой, сыграем в снежки? Шутка, это воздушный шарик. И мне такие, типа, ха-ха. Это же шарик воздушный. Это розыгрыш, не волнуйтесь. Зачем же так грубо? Это воздушный шар, шутка. Ну чё, мужик, сыграем в снежки? Да воздушный шарик это. Да, тогда какая же это шутка будет? Все, иди гуляй. Они мстят настоящим снегом. Ситуация следующая. Когда мы лепим снег и кидаем в них шариком, снег все равно противно, но попадает в них, и поэтому они не получают того удовольствия. Опа! Да ладно, воздушный шарик это. Вот, поэтому люди не получают того удовольствия, как участники видео, которое мы, собственно, и пытаемся сегодня повторить. Поэтому мы решили по новой схеме работать. Значит, мы не будем его лепить с обычным снегом, а будем просто кидать воздушный шарик, и тогда мы не можем никак навредить людям, только испугать их немножко, а потом они обрадуются. Мы объявляем тебе снежную войну! Они реально отбиваются настоящим снегом. В лицо попали. На детей не нападаем больше. Так, 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 это кто? Тут у нас курит, сейчас мы его снежком за это... Опа! Шарики, о! Тише. Не, ну начинается прям настоящая движуха хоть какая-то. Сегодня настолько классно лепится снег, то что люди даже не ожидали, то что мы будем бросать в них не настоящие снежки. Поначалу все реагировали очень плохо, все зажимались, как-то сковывались, но впоследствии мы перестали облеплять воздушный шарик настоящим снегом, и люди стали более довольные, веселые и, так сказать, сговорчивые. Тем более, после того, как мы стали проводить этот пранк уже вместе, так сказать, обхватывать людей с обеих сторон, тогда люди сразу стали реагировать намного круче, позитивнее, даже начали кидать в нас снежками. В общем, все было намного круче, чем... Оп! С вами были Валентин и Илья. Увидимся. Повалил бешеный снег, и мы сразу поняли, что надо валить из этого города куда-нибудь подальше. Да, и я предлагаю отправиться в Москву, друзья, тем более то, что вы так много просили нас о том, чтобы мы приехали. Именно поэтому в это воскресенье, 8 февраля, у нас пройдет сходка в Москве с нашими зрителями, а точнее творческий вечер, а если более точно, то творческий день. Вся подробная информация в описании. Не тупите и приходите! На сайте beats7.ru вы можете заказать наушники Beats by Dr. Dre и получить отличные подарки. Нож-кредитку CardShark, внутриканальные наушники Beats Tour, высокопроизводительный MP3-плеер, а также портативную акустическую систему Beatbox Mini. Доставка по всей России и странам СНГ. Уп!